Это школьная форма Дибони, а это Глеб, ученик 4 класса. За весь учебный год он присутствовал на 1028 уроках. Получил 237 пятерок, 87 четверок и 14 троек. Прошел 387 километров, 893 метра. За этот период форма Дибони выдержала 24 падения, 32 игры в догонялки, 15 игр в прятки, 9 игр в снежки, 6 прогулок с одноклассницей и 1 удар рюкзаком Соньки Рыжниковой. 2 удара.